Друзья, всем привет! Еще раз Вена. Вена, Австрия. Просто не мог не показать вам, как здесь все красиво. Вот. Любая маленькая площадь, небольшая маленькая площадь, выглядит именно вот так, как вы ее сейчас видите. Красиво, неописуемо. Кругом лошади. Я сейчас катался на пару австрийских скакунов. Вот так сзади сидел, как эти милые бабульки с какой-нибудь Швейцарии приехали погреться. Вот. Очень красиво. Всем советую посетить. Всем советую посетить. Но два дня здесь не обойти даже одну сотую часть достопримечательности. Приезжать сюда надо как минимум дней на 10, тогда вы увидите, возможно, половина из всего, что здесь есть. Всем удачи и добра!